Дом 64 по улице Галактионовская когда-то был украшением улицы. Сейчас фасад и кровли требуют ремонта. Здание находится на гостевом маршруте, поэтому его внешнему виду нужно уделять особое внимание, считают жильцы. Когда в доме запланирован капитальный ремонт и можно ли ускорить этот процесс, жители пришли узнать на встречу в рамках проекта «На связи с губернатором». Для нас это первостепенный вопрос, потому что мы не хотим, чтобы дом пришел в состояние негодности и стал, собственно говоря, аварийным. Да? То есть, соответственно, мы просто хотим ускорения данного процесса, потому что мы свой дом бережем, но, к сожалению, нам, помимо всего прочего, нужна помощь. Этот и другие вопросы жителям микрорайона «Надежда» поможет решить общественный совет. Он был создан в мае этого года и уже получил десятки обращений. Вопросы самые разные – от благоустройства территории до решения проблем ЖКХ. Члены общественного совета готовы помочь каждому. Ведь, как говорит наш губернатор, все зависит от нас. Да? Все с вами в наших руках. Как мы сами проявим свою инициативу, так и будет. Поэтому и мы тоже вышли с такой инициативой к жителям города. Уже какие-то проблемы решаются, что-то уже в районе как-то потихоньку происходит, там где-то помогают ветеранам сделать квартиры, там отремонтировать, где-то улучшаются дворы. Такие встречи с жителями проходят во всех микрорайонах. Теперь с помощью общественных советов люди смогут решать наболевшие проблемы быстрее и эффективнее. А 13 сентября у самарцев будет возможность выбрать депутатов в районные советы. Алина Чемерис, Лариса Шалафаст, Сергей Баскин. События.